Всем привет! Это глюконат кальция. Я слышал, что произойдет что-то интересное, если его нагреть. Решили провести эксперимент. Как раз мне пообещали в понедельник отрезать газ, так что напоследок отожжем. Эксперимент недорогостоящий, если ничего не испортится, то глюконат кальция обошелся 5 гривен. Сказали, я не знаю, что произойдет, но сказали, будет интересно. Сейчас проверим. Кстати, газ мне отключать собрались из-за того, что я не поставлю счетчик в обязательном порядке. А счетчик мне некуда поставить. Дали время до понедельника подумать. А мне надо разобрать ремонт, чтобы его поставить. Итак, смотрим. Что-то вылазит. Действительно интересно. Я такого не ожидал. Я думал, будет что-то искрить. Что-то яркое будет. Лезет и лезет. Откуда оно берется? Как какие-то улитки. Или какой-то монстр. Лезет, лезет. Прикольно. Не ожидал. Кстати, напишите, если кто знает ситуацию про обязательное установление счетчиков. То есть я платил по прописанным людям в квартире, просто за печку. Действительно ли это обязательно? И можно ли за это обрезать газ? Ух ты, откуда он берется? Всего лишь с 6 таблеток вылезло такое. Внутри какое-то рыжее. Полная комфорка уже. Хрупкая, как пепел. Воняет то ли сгоревшей газетой, то ли костром. Надо включить вытяжку. Ну, наверное, все на этом. Это было интересно и неожиданно. Это вообще ни на что не похоже. Ну, немножко кое-что рыжее вот это напоминает. Еще что-то происходит. Еще немного увеличивается объем. Ну все. Сейчас попробуем увеличить температуру.
Все рассыпалось. На сегодня все. До новых встреч на канале.